Мои бабушки – это два главных в моей жизни человека, без которых я не представляю свою жизнь. Конечно же, я их очень люблю и горжусь ими. Зовут их Баба Аня и Баба Валя, или Ляля, как я ее привык называть с детства. Они служат для меня примером, потому что многого добились в жизни. Профессия моих бабушек не связана со школой, они не учителя. Тем не менее, многому в жизни учат именно они. С самого раннего детства бабушки мне читают книжки о доброте, порядочности. Я бы хотела вырасти таким. Бавалия – главный бухгалтер. Иногда я звоню и прошу помощи по урокам математики. А еще когда-то у меня какие-то проблемы, я звоню им, ведь они всегда подскажут правильное решение и дадут совет. А часто я просто так им звоню и беседую на разные темы. Вообще многому меня в жизни учат бабушки. Я счастлив, потому что они у меня есть. Бабаля очень хочет, чтобы я был здоровым, крепким, стройным. Поэтому мы часто с ней крутим обруч и качаем пресс. А еще мы много времени проводим на свежем воздухе, играем в подвижные игры. Этим летом на даче ощенилась собака. У нее целых 8 щенят, которые она не может прокормить. Поэтому мы с бабушкой их кормили и заботились о них. Тем самым бабушка прививает мне чувство. Бабаня очень переживает за мое здоровье, и поэтому начала меня мыть руки по-медицински, так как она работает старшей медсестрой. Здесь 6 элементов надо повторять 5 раз. Полоскаю руки. И приступаем. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И так далее.